Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, сегодня попробуем взять 13 тысяч кубков. Горные мосты. Наше раллийное авто, в принципе, готово. И да и я сам готов, поехали. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Эй-эй-эй-эй-эй. Вертушка. Смотри, что творит, а? Есть! Будет знать сопличёныш, как против рычка-то ехать, а? Да, друзья мои? Ю-ху! Отлично. Воу! Да, ребята. А почему меня так перевернуло-то? Неожиданно как-то получилось, если честно. Просто неожиданно. Тут вообще чудом. Просто чудом уцелели. Смотри, что я вытворяю, а? Е! Какое место у меня? Второе, понятно. Ну, это потому что, ребят, у нас нифига... Это что это... Как это я отсюда сюда попал? Это потому что первая гонка у меня была. Ну ты сам видел какая. Зафейлена. Давай, 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 давай. Он проехал нормально, а я. Так, это тоже чувак с крыльями. Чудило там. Таких кренделей начал выкручивать. И я в этот момент их всех обогнал. Ладно, попробуем еще разок. Так, тут еще и мотоцикл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упал в эту ямку, блин. И все пошло не так, как надо. Короче, здесь, походу, я, ребят, сфейлюсь. Да. Последнее место занял. Попробуем здесь тогда, наверное, как-то реабилитироваться, не знаю. Ой, тихо, тихо, не надо мне. Эта вертушка, она с монетным ускорителем. Вот в чем, друзья мои, загвоздка. Есть. Отлично. Просто у меня вовремя сработало ускорение, поэтому я там и газанул, так скажем. Так, вертушка это не дает мне, да? Она на своем ускорении, как ты видишь, шпарит. Просто. И у нее крылья... Нет у нее никаких крыльев. Вот здесь можно было бы обогнать, если бы я хотя бы был рядышком. Но она так не получилась. Так, и опять я на втором месте. Пещера ледяного огня. Ну, давай посмотрим. Фуми какой-то здесь у нас. Что за фуми? Так, один там, по-моему, друзья, навернулся. Так, фуми, по ходу дела, тоже накрылся. Остались только мы с канадцем. Ну, скорее всего, канадцу здесь ничегошеньки не будет светить. И я смотрю, тут трасса всего лишь одна. Сейчас попробуем. Ну да, трасса одна. И я тут, видимо, фаворит. Ну давай, где там у нас финиш-то? Вот он. Замечательно. Так. Нет, все-таки, ребята, он приехал. Я думал, он там где-нибудь откисает. Ну что, получаем 20 деталей. Это у нас на моноколесо. Да еще к тому же и крылья. Приступайте к развлечениям. Ай-яй-яй-яй, это диверсия. Это, друзья мои, диверсии самые настоящие сейчас будут. Как меня этот спорткар раздражает, прям не могу.
Давай, 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 давай. Не чуди, главное. Все у нас под контролем, да? Мы занимаем первое место. Неплохо, неплохо, я их тут обогнал всех. Ну что, вторая у нас гонка. Это у нас, кстати, блин. Вот крылья-то здесь вообще, ребят, не в тему. Потому что мы очень-очень, как тебе объяснить-то, очень долго приземляемся. Так, тут еще главное не разбиться, блин. Ну вот, 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 началось, блин. И еще и последний, да, приеду. Трындец, блин. Я, наверное, все-таки уберу крылья, друзья мои. Судя по тому, как я играю, у меня только лишь вторые места, блин. И это неправильно. С идеальным приземлением у меня больше все-таки было первых мест. Хотя крылья тоже прикольные, летишь себе. Но опять же, все зависит от того, какая трасса. Они там всякими форсажами, там чего-то не употребляют. Так, кубок аллигатора. Ну вот здесь, наверное, крылья будут зашибись. Потому что тут очень много этих болотистых, по-моему, мест. И мы их будем просто-напросто перелетать. Но вот это вот долбанное приземление вечное. Давай ты едь, господи. Ну он тоже с крыльями ехал, ё-моё. И все, как он быстро так едет? Я не могу вот этого понять. Может быть, все зависит от того, что прокачаны крылья у кого-то лучше или как? Не знаю, ребят. Знаешь, что тут можно... Но, слава богу, я не перевернулся. Я не перевернулся, друзья. Этот еще с... А, он с монетным ускорителем. Трындец. Вот так вот крокодильчик мне отблагодарил. Вот так вот крокодил отблагодарил мне. Да давай ты едь быстрее, блин. Твои летуны сейчас тут вообще никому не нужны. Да кофиг ли я занял тут. У меня 5 очков всего лишь. Ну хотя бы второе место. Сейчас будем убирать крылья и посмотрим, как у нас пойдет все. Сохранить игру. Нет, спасибо. Так, песок в купальнике. Ну вот тут, кстати, вот тут вот именно на песке крылья-то нам, наверное, и пригодятся. Прыгать через эти все барханы. Вот-вот-вот-вот-вот. Это был сейчас что? За выпендрёж вот этот вот. Да. Ну, давай, давай, каждую эту еще пересчитай, блин. Очень паршиво проехал. Особенно, когда я там врезался, блин. Вообще не в тему было. Давай посмотрим сейчас, как у нас пойдет здесь. Че, мотоциклист, по-моему, разбился, я смотрю. Едем. Ну, тут вроде бы нормуль. Вот тут крылья хорошо нам помогли. Итак, последняя гонка. Последняя гоночка у нас. Я все по старой привычке пытаюсь, ребят, приземлиться идеально на два колеса. Хотя на самом деле этого делать и не обязательно. Ну, давай, 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 есть. Вытянул все-таки, да? И занял свое первое место.
Зеленый кубок. Лесная тропа. Ну, давай посмотрим, что тут у нас за зеленый кубок, что за лесная тропа. Казик впереди едет. Ехал впереди Казик. Сейчас едем впереди мы. Вот. Вот чем опасно, ребята, когда вот летишь и в какую-нибудь ямку попадаешь. Просто тебя может перевернуть. Но, слава богу, здесь все-таки проехали мы идеально. Чувак просто не доехал. Давай, давай, идеальный старт. Давай, давай, газуй, газуй, родная. Как мне хочется идеальное приземление еще к этой машине присобачить, а? Было бы вообще, наверное, топово. Мне кажется так. Опа, 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 оп. Есть. Фух. На заднем колесике прокатился. Эй. Идеалушки-то не было, друзья мои. Не было идеального старта. Опять этот казик. Казик-мазик. Пускай он там считает все эти горы и уступы. А мы их просто-напросто перелетим. Казик, врежься. Сказал, врежься, казик. Есть. Фух. Казик без трусов. Ну что, друзья, 3000 кубков у нас. Тьфу ты, 3000 кубков. 3000 монет у нас впереди на розыгрыше стоит. Воу-воу-воу-воу. Давай посмотрим, как вот, вот, смотри, ребят. Едет впереди этот, супердизель. Я вижу у него, о, все, он сфейлился. Я просто хотел посмотреть, как он будет сейчас идеально проезжать через вот эти все ухабы. А он врезался и сфейлился. Тупо сфейлился. Зато вот этот спорткар, ё-моё, Сережа тут вырвался как-то, не могу понять. По идее, он по кочкам, вот этот вот спорткар, он едет вообще паршиво. Я бы не говорил бы этого, если бы сам бы не тестил бы, не проверял бы. Давай, 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 давай. ККМ-ку тут еще не хватало мне пропустить. Фабричный кубок. А вот это будет интересно. Давно, кстати, не было фабричного кубка у нас. Что это с вертушкой произошло там непонятное? Да, верно. Да чё ж тебя так закидывает-то? Твою ж налево, блин. Передок просто, ребята, кверху тянет и все. И не надо мне говорить про утяжелитель. Потому что ставить я его все равно не буду. Ага. Мы с вертушкой, я смотрю, тут, да? Вдвоем как бы деремся, но тем не менее я занял первое место. Уже на этой гонке не имеет значения, кто займет первое место. Все равно я буду, ребята, победителем. Нифига я тут. Ну ты, Рэйчик, красавчик. Вот это ты фокусы тут вытворяешь. Опять же, благодаря все крыльям, да? Просто пролетел всю эту трассу. Ну, о да. 3000 монет. А что я так радуюсь, как будто я 3 миллиона монет получил. Так, что тут... Никитос, ты понял, да? Никого не выгонять и никого не повышать. Ну что, остается совсем-совсем маленечко. У нас тут опять очередной горный кубок. Блин, опять это с горами. В горах эти крылья, ну как бы вообще, ну не в тему. О,
Вот тут хорошо получилось, но все равно немножко, ребят, запоздал. Есть. New record. Новый рекорд. Видишь, он тоже, ребята, с ускорителем. Он еще с этой ракетой едет, блин. Где-то я его обгоню, где-то он меня. А вот это уже моя стихия. Потому что по льду у меня обалденное сцепление. Не зря я прокачал себе шины. Ну что, посмотрим, что у нас тут получится. Давай-давай-давай-давай, заезжай. Ой, зря, зря, ты куда-то... Давай-ка вниз. Вот потерял, ребята, очень много скорости. А тут финиш, да, я помню. Ладно, вторым, но все равно первый. Можно было бы, конечно, поверху поехать. Блин, тут убрать что ли эти крылья. Можно было бы поверху проехать, забраться на ту гору. И, в принципе, оттуда я мог бы очень даже легко, наверное, пролететь. Но все-таки передумал почему-то я в последний момент. Чувак, смотрю, на форсаже тут. Форсаж ему здесь не особо сильно помог, если честно. А вот вертушка, да, вертушки здесь хорошо. Ей по барабану, она может крутиться и вертеться как хочет. Она может даже по потолку ехать, если ты этого не знал. Так что в этом плане у нее, конечно... Опа, только мы вдвоем там с ролейкой с какой-то поднялись на эту гору. Давай, давай, Рейчик. Отлично, красавчик. Просто красавчик. Сам на себя налюбоваться не могу, ребят, как я еду. Вот, видишь, вертушка как делает. Просто маневрирует по своему. Ага, она еще плюс. Вот перевернуться, что она не может. Это, конечно, да, ребят. Это ее козырь. Ну, а мой козырь, естественно, скорость и хитрость. Ну, что там опять пишут-то? Даже мотивация пропала у кого-то. От чего? Так, а что у нас тут в магазине? Аж 8 чего-то там. Слушай, я же могу открыть вот этот сундук. Давай откроем. Опа. Мотоциклистка. Получил костюм, прикинь. Вот так, ребята. Ну что, восхитительные диверсии у нас с вами. Фига у чувака. А что это у него там? А что у него там на голове? Я засмотрелся на этого чудика. У него на голове как это... А, это, наверное, знаешь что? Это шапка танка, скорее всего. Ну, почему-то мне так кажется. Я не уверен, конечно. Только не разбейся. Пускай лучше мы приедем последним, но главное не разбиться, ребят. Вторым? А, двое погибло. Я просто засмотрелся. Это шапка, если я не ошибаюсь, танка. Значит, у него танк по фулке прокачанный. Чувак, любитель погонять на танке. Наверное, был в свое время. Давай, 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 лети. Пролетаем всю эту дребудень. Ну, раз доехал, так... Ой. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Взяли первое место здесь. Так, еще бы нам взять первое место, и было бы вообще идеально. А что он перепрофилировался-то?
Мне непонятно. Если у него был танк прокачанный, он решил на мотоцикле теперь погонять, что ли? Чудик-то этот. Я не хотел, у меня машина сама заезжает. Ребят, на эти верхушки. Мотоциклист вылетел, нет. Не бывать ему на первом месте. Просто не бывать. Это моя шахта. Да, сегодня у нас получается гонка чисто на раллике, потому что не было таких трасс, где бы можно было бы погонять на чем-нибудь другом. Да и к тому же я все эти крылья тестирую. Все никак не могу определиться. Вот, ребят, вот как вот по вашему мнению? Крылья лучше, чем идеальное приземление? Или все-таки идеальное приземление лучше, чем крылья? Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии. Мне хочется узнать ваше мнение. Они как бы хорошие крылья, ребят. Вот, честно говоря, мне они нравятся, но иногда они подпорчивают. Например, я привык к идеальному приземлению, теперь его у меня просто нету. И видишь, я не могу, не успеваю их догнать всех. Вот если стоит где-то забуксоваться, все, ребят, начинается вот эта вот канитель. Ну, в данный момент я вообще приехал третьим. Опа, у меня опять отказало, ребята, управление. Как оно раньше вот бывало, отказывало. Прикинь. Давай, залетай. Есть. Прям в воздухе, ребят. Слушай, это мне помогло занять первое место здесь. Отказало управление. Такое почему-то происходит. Я не знаю, с чем это связано. Просто ты летишь и, например, где-то в полете, и у тебя просто, ты чувствуешь, что ты хочешь, например, притормозить в воздухе, а у тебя его нету, этого торможения. На! Чувак, конечно, там круто сделал. Просто впендрючился на своем ускорении. Так, по-моему, здесь, да. Помним мы эту трассу. Все, ребят. Виктори. Мне понравилась расцветка у ролики. Там, видел, вторая ролика есть? Вон, красная. А ты думаешь, ты заедешь? Слушай, он заехал. Как-то не странно. Твою дивизию, блин, вторым. Слишком долго задержался там. Ну, еще раз говорю, это не факт, что если поверху едешь, что ты займешь первое место. Иногда лучше вот так вот проехать. Тут, конечно, я пролетел вообще шикарно. Ну что, я думаю, последняя гоночка у нас, ребята. Кубок колпака и ступицы. Та самая злосчастная пустыня с кактусами, да? Она же? Ох, мотоциклист, там что, с крыльями там, нет? Нет, вот там непонятно с чем. И, по-моему, он, ребят, разбился, нет? Вот эта вот гадость меня тут опередила. Ты посмотри, а, на нее. Ну, пока это... Вот пока я там летал, друзья мои. Пока я там, блин, летал. Вот что происходит. Вот об этом я и говорю, что... Не всегда полет это хорошо, ребят. Ну давай ты. Вон уже финиш. Сейчас еще перевернулся бы на спину, и было бы вообще шикарно. Давай, идеальный старт, поехали. Вот в этот момент так бы хотелось, чтобы сработало вот это вот супер-пупер ускорение. Кто там, ё-моё? Твою дивизию, ну ты серьезно, что ли? Ладно, все равно первое место. Да, ребята, заняли мы с вами
Почетное место. 13 тысяч кубков захапали. Что за актерская игра? Не знаю, что вы тут, ребята, ссоритесь, ругаетесь. Лучше бы вы прекращали по-быстренькому. Я вот смотрю, как только начинаешь кого-то переводить, все, начинается какой-то кипишняк. Трындец просто. Просто трындец. Так, ну что, ладно, ребят. На этом, пожалуй-ка, я, наверное, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!